Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Держите лавровый лист под своей кроватью, и ваша жизнь резко поменяется. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Лавровый лист всегда считался магнитом для удачи, везения и успеха. Он применяется не только в кулинарии, но обладает мощной силой и может подарить удачу каждому. Денежная удача. Лавровый лист способен принести в жизнь человека успеха, финансов и богатства. Для этого его помещают в бумажник в свежем или сухом виде. И тогда кошелек никогда не останется без денег, а должники будут быстрее возвращать долги, а все покупки станут более успешными. Чтобы лавровый лист приносил удачу, его нужно заряжать каждую неделю. Для этого помещают в укромное место и сверху кладут несколько монет. За ночь лавр вберет в себя энергию денег и сможет проявить мощную силу. Стоит в течение продолжительного времени применять один и тот же лист, что сделает его действие намного сильнее. Удача в любви. Лавровый листок кладут под матрас или подушку, чтобы помочь уберечь от расставания. Супруги будут меньше ссориться и конфликтовать из-за мелочей. Людям, желающим найти вторую половинку, следует провести специальную практику. 2-3 листика лавра заливают стаканом горячей воды и дают настояться. Достаточно и 2 часов. Затем в настой добавляют 2 капли масла лаванды. Наносят на запястье или шею, чтобы привлечь противоположный пол. Лавровый настой может использоваться в качестве приворотного зелья. Его капают на вещь того, кто очень нравится. Удача в карьере. Давно известно, что лавровый лист способен привести к удаче в карьере и профессиональной сфере, а для этого его помещают под рабочие документы, коврик мышки или под клавиатуру. Перед важной встречей листья кладут в карман или под пятку правой ноги. И этим советом могут воспользоваться и студенты. Лавр поможет успешно сдать экзамен. Водителю можно спрятать листик в машине. Это поможет ему обходить стороной неприятностей, штрафы и аварии. Помощь в доме. Из лавровых листьев можно приготовить талисман. 7 листиков сшейте между собой и повесьте над входной дверью. Талисман убережет жильцов дома от неудач и проблем, а также подарит удачу и везение. Ну а чтобы кардинально поменять свою жизнь, положите 3 лавровых листочка под свою кровать в любой период луны, особенно когда в вашей жизни идут неприятности. Кладем под свою кровать. Если у вас такой возможности нету, значит нужно положить рядом. Когда будете класть, обязательно скажите такие слова. Силу лавра призываю, негатив себя снимаю. Лавр ароматом пространство наполняет, мое везение мне возвращает. Пусть день сменяет ночь, лавр, прошу тебя помочь. Судьбу мою измени, путь к лучшему поверни. Вот эти слова проговорили 1 раз. Оставляйте свои лавровые листочки ровно на 3 дня. Пусть они 3 дня лежат под вашей кроватью. Через 3 дня достаете их, сжигаете. Все. Такой метод, он очень сильно воздействует на ваши вибрации, на вашу ауру и энергию. Благодаря чему вы с легкостью будете решать любые проблемы и возвращать свое счастье. И если в вашей жизни опять повторяется ситуация, проведите эту практику, и в вашей жизни опять все наладится.